переезд. Сегодня будем двигаться на вот этом. Мы уже перевезли основную массу вещей. Вот, остается сейчас сдаем этот наш прекрасный грузовик, который помимо помощи еще и подарил нам впечатления. Вот, классные. И мне, и Саше, и Марусе тоже, по ее признанию. Спасибо, мне тоже 100%. Вот. Так что вот так основное уже будем перевозить на нашей машинке. Не менее вместительной, кстати, поразительно вместительная она оказалась. Вот. Так что вот так, едем, переезд продолжается. Как ощущения? Прекрасно, отличный аппарат, отличный рулится. Михалыч, там Михалыч был? Гони Михалыч, газу Михалыч. Санек, Сашок. Сашок, Санек, как дела, каток? Все, да, сосиска барабан. Спасибо. Ну что, собрали все отсюда. Вот. Такой вот примечательный вид, который мы как следует запомним и зарисовали себе в памяти. Вот. Здесь было абсолютно прекрасно встречать Новый год, смотреть новогодний салют и получать первые впечатления от Новой Зеландии и от Окленда. Вот, мы очень благодарны этой квартирке, вот, поэтому... Покидаем ее с такими очень приятными, теплыми, крутыми эмоциями, ощущениями. Мы приехали на фестиваль ретро и всяких прокачанных машин, автофестиваль. Вот. Здесь вообще-то очень распространена эта культура в Новой Зеландии. И огромное количество разных крутых, классных старых тачек. Не только старых. Вот, они здесь все везде расставлены. Маруся с Сашей ходят. Вот, сейчас будем смотреть и снимать. Очень крутое, распространенное здесь, не знаю, хобби, занятие, вот, коллекционирование и содержание таких вот разных красивых, крутых машин. Очень многие машинки здесь продаются. Вот, например, вот это стоит... 57 тысяч новозеландских долларов. Ну или если очень вольно посчитать, то где-то 3,5 миллиона рублей. В Новой Зеландии наклеивается вот такой вот Warrant of Fitness. Это аналог нашего техосмотра. И почти все машины с свежим техосмотром. Ну и все они на ходу. Вот он едет, например. Поехал разворачиваться. В этой малышке в комплектации сразу идут беруши. Вот. В общем, здесь какое-то огромное количество машин. И их даже не снять нормально, чтобы передать. Потом просто поверьте на слово, тут, вот там по дороге они просто выстроены в огромную вереницу, вот, очень круто. In my face, slamming my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, let off my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything, but lay off of my blue suede. Очень интересные местные, назовем это елки. Вот такие необычные у них ветки. Они очень величественные, как будто, не знаю, только вчера видели динозавров.
Ребята, смотрите, кто здесь. Здесь легенда прошлого выпуска, газовый гриль. Вообще, обалдеть. Значит, что-то зажать, отжать, пожарить и... Ну, кайф же, вообще. Следующий видеоотрывок будет посвящен очень важному событию в нашей жизни. Саша пошел в школу. И здесь я проявил себя как отвратительный блогер. Вот. Но в свое оправдание скажу, что у меня нет и не было никогда цели быть хорошим блогером. Я старался проживать эти моменты, смотреть на них глазами, а не через экран телефона, снимая все. Вот. Но я очень надеюсь, что те короткие вставочки, которые получилось заснять, ну, как-то дадут понимание того, как этот процесс вообще происходит. Немножко фактов. В Новой Зеландии после летних каникул учеба в школе возобновляется 1 февраля. Это своего рода аналог нашего 1 сентября, но не полный, потому что здесь нет как такового единого дня, когда все дети идут первый раз в первый класс. Здесь ребенок идет в школу, как только ему исполняется 5 лет. И происходит это на следующий день, после того, как ему исполнилось 5 лет. Ну, если не попадает на школьные каникулы, естественно. Вот. Саша мог попасть и во второй, и в третий класс. Не знаю, основываясь на каких критериях, но педагоги определили его в третий. Вот. И пока что не будем делать выводы, хорошо это или плохо. Самое главное, что Саша доволен, он бодрый и веселый, он легко и с охотой просыпается утром и идет в школу, он с улыбкой и счастливой возвращается из школы вечером, активный и очень позитивно рассказывает о тех процессах и событиях, которые проходят в школе. Вася! Саш, давай, Вася. Саш, встань, пожалуйста, нормально. Так, мы идем за школьником, встречать его из школы. Вот, сейчас чуть-чуть покажу дорогу. Она недолгая, но необычная. Что скажешь? Ну ладно, я все равно буду тебя снимать, даже если будешь говорить что-нибудь не то. Да ладно, я все равно тебя вырежу, говори, Марис. Вот этот дядечка. Тут за школьником приезжает дядечка, и он ждет его постоянно с очень громкой музыкой, с такими разными хитами. Вот так вот. Он качает и ждет школьника своего. Так, снимаю дорогу. Очень колоритный лес. Такой весь. В каких-то папоротниках. Обычно, затем... да? Из парка вьюрского. Непримечательно. Просто. Пиродактили, тиранозавры, бронтозавры. Ничего необычного. Вот. Причем здесь очень много детей ходит на самом деле. Сейчас еще 4 минуты до звонка. И до конца занятий. Но как только занятия заканчиваются, здесь прям валит такой поток школьников. И они через эти выходы все разбредаются дальше по району домой. Ну, в общем, все. Да. Территория. Она полностью ограждена, но у нее
Ну, мы знаем 7, да? Мы знаем 7, да. Вот забор. Вот забор, и вот там вот территория школы. Это большая поляна, но мы пойдемте внутрь уже сразу тогда. Мы не будем дожидаться звонка. Поднять эту штучку наверх, как да. Какую штучку? Вот. Я не чувствую. А, это поднимается? Да, заходи. Так вот, да. Саня, ну-ка, праймари. Так, тут вот люди живут, правда. Вот там большие игровые площадки в тени, с навесом. Здесь вообще очень, ну, в том числе и в школе, как я рассказывал ранее, очень строго подходят к этим всем вопросам с солнцем. Ученики должны быть намазаны, и у них с собой должен быть SPF обязательно. Вот. Кроме того, у них в форме большая, панама. Вот. Чтобы закрываться от солнца. А вот и звонок. Я как раз вовремя к звонку. Мы сегодня спонтанно решили подняться на Sky Tower в центре Окленда. Вот, в честь Сашкиного 1 сентября и Сашкиного первого раза в третий класс. Вот. We are free, it's okay, we like mix... Want to take a drink? Это Конор. И он, скорее всего, идет из Девонпорта, наверное. Прямо рядом с домом нашелся крутой большой спот. Тут очень много места. Очень хорошее покрытие для катания. Оно не теряет накат ровно. Вот. Но есть и несколько минусов. Это палящее солнце, которое выжигает вообще все. И без SPF даже в утренние часы сюда суваться не вариант. Вот, и также это возвышенность, здесь довольно ветрено, и если сильный ветер, то тоже сюда можно не рыпаться. Но есть большой плюс, как мне кажется, это вот такой вид на город. Вот. Поэтому можно и покататься, и посмотреть. Вот. Ну, кого же я обманываю, в моем возрасте, конечно, больше посмотреть уже, чем покататься, но все же. Согласно моему небольшому исследованию, в Окленде нет флеттеров. Ну как нет? Сейчас-то, конечно, есть уже. Это я. Вот. Но не было.
Thank you.